Несколько секунд, и защита от вируса гриппа на год гарантирована. Вот уже много лет подряд Лариса Владимировна делает прививку в своей поликлинике. Собственным примером доказывает необходимость профилактики. Я делаю это уже на протяжении лет 15, так как происходит большой контакт с заболевающими пациентами. И для безопасности себя и окружающей моей семьи, конечно, я прививаюсь. Это действительно работает, и это делать необходимо, в принципе, если нет противопоказаний медицинских. Потому что осложнения гораздо серьезнее, опаснее, коварнее, чем, так скажем, вероятность каких-то побочных действий прививок. 4 года назад появился отечественный препарат «Савигрипп». Сегодня он стал достойной заменой зарубежным аналогом и активно используется для бесплатной иммунизации. Вакцина полностью безопасна не только для детей, но и для будущих мам. Прививка переносится хорошо, применяется у детей с полугода, особенно показана беременным женщинам на всех сроках беременности, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также лицам, имеющим повышенный риск заболевания гриппом. Показания и направление на вакцинацию осуществляются врачами-терапевтами на приеме вне очереди, а также в кабинете неотложной помощи, который располагается в холле регистратуры поликлиники. Сейчас вакцинацию проходит весь медицинский персонал города. Сразу после них в обязательном порядке будут привиты сотрудники полиции, воспитатели детских садов и учителя школ. Жители города также приглашаются на прививку от гриппа. Процедура абсолютно бесплатна.